Но еще реиграбельности очень мало в игры. Ну что, может, мануал почитать? Стрит, Пейдж, Сега, Мэнио. Есть такой? Есть. А то мы раз уж подряд у всех игр мануал читаем, но надо и тут посмотреть. Хобби бонсай. Там что-то такой мануал, что грузится аж 100 мегабайт. Сколько воды нальют? Spirit of Mana там... Сколько воды налили, пипец. О, белый с синей повязкой! Надеюсь, мануал загрузится. Там реально он, походу, огромный. Я просто хочу четвертую часть пройти на стриме, когда она выйдет. Не думаю, что это будет сложно или долго. Время 30 апреля стоит. Только мануал загрузится. Никогда не знал их фамилии. У Акселя фамилия Стоун, у Блейз Филдинг. Загрузилась. Да, тут просто, видимо, я не знаю, 4К скриншоты. Ну тут типа... Рассказывается, что персонажи там... Почему они решили это сделать. И атаки похожи, ну-ка. Regular атак. Удар. Красава Косилыч. Только Флури. Аксель, два удара, удар по телу, удар коленом. Ну это вроде как на комбо похоже.
Тут написано, что если удерживать кнопку вверх при падении, то ты не упадешь. Это, Серега, с просто воли случая. Если бы я не увидел, что 30 числа Street Fighter 4 выходит. Типа, если тебя схватили, как тут себя вести? Может, там пинаться и перекидывать. Бонусы какие есть. Каждый уровень, бонусы, геймовер. Так, подсказки. Не рискуйте получать урон своим персонажем, подбирая предмет. Сначала очистите локацию, потом подберите. Когда вы начнете разбираться в оружии, выбирайте, подбирайте то, которое больше всего вам нравится. Помните, даже без оружия все бойцы наносят серьезный урон. Ну, там вдвоем, типа, когда вдвоем играете, используйте какие-то там вместе. Скорбук, бла-бла-бла. Ну, короче, вот, они еще рекламируют Спайдермена. Intense Action Game from Sega. Вот, кстати, амбал. Видимо, это же амбал. Ужасный Спайдермен, но мне нравится. Не то чтобы я знаю хоть одного хорошего Спайдермена. Ну... Red Dark Knight. Разве что хак на Ниндзя Гайден. Привет, Чертоплюс. Там у них в Человек-пауках обычно управление такое неудобное. Типа, ну, там очень много всяких действий, которые ты можешь делать. По стенам же ползать, там, по потолкам, и все это, короче, неудобно, короче, как это сделано. Привет, Сейфер. Сейчас разыграемся. Второе. Мне Чертоплюс вторая нравится. Ну, не все, в принципе, неплохие. Самый потный, да даже не знаю, они, ну, наверное, первую сложнее всего мне было пройти.
Что, бутербродик? Ням-ням-ням. Это все мое. Да, есть такое. Мне кажется, голова здесь у персонажей так расположена, что как будто сейчас я тебя забодаю. Привет, Филлер, здорово. Мне тоже вторая. Так, мне надо еще. Бутерброд с сыром. Забавно, я в него кинул, он в другую сторону отлетел. Не знаю, по-моему, там где-то правой кнопкой, наверное, какая-нибудь галочка будет. Dark Knight. Thank you.
Да блин, из-за того, что тут, короче, этот бомж ходит. Неудобно. Ладно. Блин, жизнь просрал. Две жизни просрал. Опять что-то у меня в чате не отображаются все эти смайлы. Недавно чинил. Привет, Эллен. Не знаю. Могу предложить обновить браузер. Ну, в смысле, переоткрыть. Ну тут Twitch косячит, скорее всего. Или отблок, может быть, я отблок включу. Дайте я попробую починить. Это должно помочь. Thank you.
Вот попробуй филлер. Не работает, не знаю. Надо использовать стандартный чат. Не знаю, вот не поиграешь чуть-чуть в игру, и уже навык теряется. Пришлось суперспособность потратить, чтобы меня не убили. Вау, как же я плох в этой игре. Вторую изи пройду. Остальными неизвестно. Только что будет. Thank you.
Это сейчас ползатик будет? Да, я проходил разок, наверное. Машина приехала на корабль. Стреляет по кораблю из базуки. Паром. Тогда ладно. Привет, Котом, добрый. Прошли РПГшечку. Кто что думает о Streets of Rage 4? Кто ждет? Кроме меня. Ну вот я тоже думаю, что норм.
О, привет, Homo erectus. Вижу, у всех свое мнение на этот счет. Мне почему-то казалось, что Майнкрафт уже как бы... Как он есть, так и есть, только там фанаты что-то делают. Ну что, там еще официальные обновы есть. Первый раз про Майнком слышу. На Майнкам похоже. Я знаю. Я же его только что делал. Всего еще пока писал, я его несколько раз сделал. Я помню, меня пытался кто-то научить, что этих боссов нужно именно этим ударом бить. Ну, я не знаю... А есть такие, кто считает, что первое лучше? Просто я вот думал, что... Типа... Ну, если есть холивар, то...
между второй и третьей. А тут оказывается все сложнее. Человеч, на Master System играл. Там тоже есть Streets of Rage, две части. Правда, я не то что не сказал бы, чтобы я их особо видел. Ну, типа да. Ну как и многие другие игры, которые 16-битки на 8-битку портировали. Кто не знает, в четвертой части они сделали возможность играть любым персонажем из предыдущих. Причем даже, типа, ты можешь играть именно Акселем из второй части, или Акселем из третьей. Или там набор Акселей может быть из всех частей. Я не знаю насчет первой части, правда. Я не помню этот нюанс. Но имха лучше, чтобы все в одном дизайне было. Диманчик, там есть куча хаков на Streets of Rage 3, по-моему, где куча разных бойцов тебе предлагают. Типа список, как в Ultimate Mortal Kombat, по размеру. Ну не то, чтобы это сильно интересно было, просто как факт.
Они во второй есть. Мне кажется, это одни из тех врагов, которых никто не любит. Сейчас два с бумерангом будет, да? А. Не с бумерангом, ну ладно. Два Крюгера. Буду машину, ну, приехала. Видишь, вон с левой части экрана выезжает. Возможен криминал. Это лифт уже, что ли? Последний уровень, где спецспособность можно взять. Как же в битэмапе и без уровня лифтом? Чувак просто выпрыгнул. В Final Fight нет лифтов. Воду я не помню тоже. И вообще про все части. Вторую и третью я плохо помню. Первую я много фигачил, вроде бы там и правда нет лифтов. Нет. В Golden Axe нет лифтов. Полиция, стреляйте в лифт. Там у нас человек в опасности.
Ты не можешь достать на тарелку положить? Что такое Mighty Final Fight 3? Я только одну знаю. Игровую паузу. Босс раж будет. Да, бузер. Арбузер. На саундтреке тут классный, ну, филлер, две девочки, наверное, самые жопные. Для меня, по крайней мере. Третий вроде они есть. Ну, в смысле, похожий босс. Из двух. Не знаю насчет второй, вроде там нет таких боссов. Да. В баре в каком-то.
Они в Double Dragon ли? Я что-то не помню где. За 500 тысяч не дали жизнь. Вот сейчас самая жопа будет. Вроде, ну вот жмешь всегда вверх плюс прыжок, но на них не срабатывает почему-то иногда. Ну, все контейни есть. Ничего себе, лол, это было странно. Она как будто прогибом уклонилась. Как матрица. О! Это что, мы на мистера Икса хватит жизни? Достал меня.
Ну. Мы отказываемся его правой рукой становиться. Последнего континью убьем. Ей. Спасибо, Диман. Спасибо, Pixel H. Спидрунер. Да там, наверное, минут 20. Спидран. Спасибо, Хельга. Три минуты. Первого раза прошел первую часть, хотя я там лажал. Но, видимо, недостаточно лажал. Спасибо, Филлер, спасибо, Котам. Привет, Нагиб. Дело в том, что я хотел пройти четвертую часть, когда она выйдет. Она, оказывается, выйдет 30 апреля. Я подумал, что нужно пройти Streets of Rage трилогию хотя бы так перед этим. РПГшечку первую мы прошли. Только спидран. Пит. Точка. Три. Рейндж. 24. Ну. Ладно, я не понял. А, на виртуал консоли почему-то быстрее. Почему-то это разделено. Это за Blaze. Вот на консоли дольше. Спасибо, Серегас. Как РПГшка? Ну, короче, визуально очень красивая, но геймплейно однообразная и боевка там мне не очень нравится. Реиграбельности нет. Да, Хельг. Ну я-то проходил уже эту игру раньше, поэтому. В прошлый раз я точно не за 50 минут прошел, и не с первого раза. Я не знаю, сколько. Четвертого. Сейчас пойдем вторую игру пройдем. Вторая проще по мне. А третий, не знаю, как с концовкой пойдет.